Понедельник в Самарской области малооблачно, возможен дождь. Небольшое похолодание. Днем плюс 24, плюс 26, ночью 18-20 градусов выше 0. Юго-западный, западный ветер, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 26, ночью 17 градусов выше 0, западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти солнечно, возможен дождь. Днем плюс 24, ночью 20 выше 0, ветер южный 2 метра в секунду. В Самаре ясно, утром пасмурно и возможен дождь. Днем плюс 24, ночью 18 выше 0, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 49%, температура воды в реке Волга 24-25 градусов. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.